чего вы так испугались, сударыня? Нет, я не испугалась. Помилуй, сударыня, мне очень приятно, что у меня прилетел такого человека, который... смею здесь спросить вас, куда вы намерены были идти? Право, я никуда не шла. А чего же, например, вы никуда не шли? А я думала, здесь ли маменька? Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли? Я вам помешала, вы занимались важными делами. А ваши глаза, сударыня, лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать, никоим образом не можете. Напротив того, вы можете принять удовольствие. Вы говорите по-столичному. Такой прекрасной особой, как вы. Осмелитесь быть так счастлив, сударыня, чтобы предложить вам... стул! Но нет! Вам должен не стул, а трон. Право, я не знаю. Мне так нужно было идти. Какой у вас прелестный платочек. Насмешники, лишь бы посмеяться над провинциальными. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку? Я совсем не понимаю, что вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня какая странная погода. Ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Вы все эдакое говорите. Я бы вас лучше попросила, знаете, что вы мне написали какие-нибудь стишки в альбом. А вы их, верно, много знаете? Для вас, сударыня, все что угодно. Требуйте, какие стихи вам? Ну, какие-нибудь эдакие, ну, хорошие, новые. Да что стихи, я много их знаю. Ну, вот и скажите же, какие же вы мне напишете? А зачем же говорить, я без того их знаю. Я очень люблю их. Да у меня много их всяких. Ну, же, для вас, пожалуй, я хотела. Вот, что вкусно, красный. Сейчас я могу припомнить. Я лучше вместо этого представлю вам свою любовь, которая от вашего взгляда. Любовь? Я не понимаю любовь. Ой, я никогда не знала, что за любовь. Ну, а чего же вы отодвигаете ваш стул? Нам будет лучше сидеть близко друг к другу. А для чего же близко? Все равно далеко. А че же далеко? Все равно и близко. Так чего же? Смотри, это вам только кажется, что вы близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударь, если бы смог прижать вас в свои объятия. Что это там? Как будто бы полетела сорока или какая другая птица? Это сорока. Ну, это уже слишком, а? А? Фу, наглость какая. Ой, простите, сударь, это дело от любви. Какая наглость? Ты права, от любви. От любви. Ой, какая наглость! От любви. Вы меня почитаете за такую, да, за провинциалку. От любви, Марья Дон, право, от любви. Ай, я пошутил, Марья Дон. Я пошутил, простите же, простите. Я готов на коленках у вас просить прощения. Ну, ведь я на коленях. Простите. Какой пассаж? Что это значит, сударыня? Что это за поведение такое? Прочь отсюда! Прочь, прочь! И не смей на глаза показываться! Извините, но я, признаюсь, приведена в такое изумление! А она тоже очень аппетитна, очень не дурна. Сударыня, вы видите? Я сгораю от любви. Ах! Вы на коленях! Встаньте, встаньте, здесь пол совсем не чистый. Нет, на коленях. Нет. Непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено. Жизнь или смерть? О, но я еще не вполне понимаю значение слов. Если я не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери? Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я не достоин земного существования. С пламенем в груди. Прошу руки вашей. Позвольте вам заметить, я в некотором роде, я, ну, замужем. Это ничего. Для любви нет различия. Еще Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки ваши, руки, прошу. Маменька, маменька сказала, чтобы вы... Ах, какой пассаж. Что это? Почему? Зачем? А, что это за ветер?
Внимательность такая. Да. Вдруг убежала, как угорелая кошка. Да. Ну что ты нашла здесь такого удивительного? Что это тебе вздумалось? Право, как дитя трехлетнее. Когда ты будешь вести себя, как подобает прилично воспитанной девице? Когда ты будешь знать, что такое солидность в поступках и хорошие правила? Маменька, я не знала. У тебя сквозной ветер в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина? Зачем тебе глядеть на них? Не надо тебе глядеть на них. Тебе есть другие примеры. Перед тобой мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь. Ах.